Ребята, привет! Сегодня нам посылка, короче, пришла от Аксельботов. Мы сейчас срочно собираемся, нужно срочно на почту, потому что я почту свою указывал им, да, чтобы они мне привезли посылку. Вот, мой друг тоже собирается. Короче, сейчас пойдем ее распаковывать, посмотрим. Также ждем Ерекса и Black Sky. Они тоже должны быть уже на месте. Вот, они тоже ждут эту посылку уже. Вот, и мы сначала мою распакуем, а потом уже им посылки приедут. Посмотрим, что мне пришло, я не знаю еще. Короче, погнали. Так, все, я готов. Все, погнали. Давай, все, пошли. Давай. Так, ребят, короче, вышли уже из дома. Вот, и сейчас подходим к почте. Уже скоро будем на месте. Вот. Мне очень интересно, что там на самом деле в этой посылке. Потому что я видел у Вели там какие-то наклейки. Что-то еще было. Ну, короче, все спойлерить не буду. Вот, но я видел уже один обзор. Вот, надеюсь. Мне тоже что-то топовое положили. Пришла посылочка. Выходим из почты. Ребят, я не знаю, что мне пришло, но это пришло... Вот мы из почты вышли, получается. В пачке... Этот. В коробке Мака. Разработчики надо мной приколоться решили или что? Я просто действительно сейчас не понимаю. Ну окей, пошлите распаковывать. Вот, сейчас Ерекса и Black Sky встретим. Вот, чуть-чуть до них дойти осталось. Уже интересно, что там. И да, ребят, перед тем, как мы встретили Ерекса, я хочу небольшое пояснение сделать. Black Sky не будет, и, к сожалению, он просто не пришел. Ну вот, бывает так. Ну что, встретили наконец-то Ерекса. Здорово. Привет, что происходит? Матч? Слушай, да, это матч, я просто хотел, типа, открыть. Это от Аксельбола пришло, прикинь? Биг Мак? Биг Мак? Я не знаю! Я не знаю, что здесь, как ты думаешь? Биг Мак, картошечка фри? А можно посмотреть? Да. Или потом. Надо посмотреть. Я тебе говорю. Ну, непонятно. Давай откроем. Тебе Аксельбол отправили, брат. Да, да, прикинь. Погнали. Брат. Пошли? Ну, давай. Давай. Мне интересно. А, подожди. Мне хочешь непонятно. Чего непонятно? А калаш что, как уместили? А может он маленький, типа? Прям очень маленький. Тебе тут либо глок. Либо USP какой-нибудь, знаешь, отправили. А может реально Glock? Или Tech9 какой-нибудь? Нет, а почему в Макдональдсе? А я не знаю, мне на почту такой пакет пришел. Может они что-то перепутали? Сейчас. Что-то. А что там такое вообще? О, подожди, там этот. Да ладно, все, не бачу, как вели. Так, А, подожди, что это? Это что такое? Это что такое? Ну-ка. Это что такое вообще? Брат, я не знаю, что это. Сейчас, погоди. А что, оно смято? Нет, слушай, ну, наверное, на почте так сделали. Это что? Это наклейки. Не, ну слушай, учти. То есть Вели наклейки цветные, нормальные пришли, а мне вот это говно? А тут может быть есть... Клей? Чё там еще? Ну, клей. Клей? Чтобы их заклеить. Клея нету? Нет. А что? И что, и как их клеить? Давай попробуем. А, на iPad на колесо сломаны. Она не клеится. Не, слушай, но... Это просто распечатанная бумажка. Брат, ну на самом деле мне тут нет, то типа ровно, кстати, смотри, видал? А, да? А что это за палец? Это палец или что это такое? Где? Во, смотри. Да нет, это такое. Да я в шоке! А не раньше правильно? Аксельболты! Фильтровки. Я им адрес свой отправлял. Они знают, что я приехал в Санкт-Петербург, и я им назвал адрес свой. Да. Это что такое? Это блокнот. Да, это блокнот Аксельболт? А почему? А он так выглядит? Ну вообще тут было Аксельболт написано. Я еще помню, короче, на каждой страничке написано было Аксельболт. Где? А тут нету. А? Тебе этот... Тебе без... Мне просто бумажку положили или что? А что это такое? Тут еще написано, что потолок. Врешь. Да не, ровно. Что это за херня? А где ручка? Тут где-то пакет. Все? Больше ничего? Ничего.
Нет. Может, какие-то пасхалки? Нет. Сейчас. Брата. Это... А это что? Это пищевая пленка. А, это кушать можно будет или что? Нет, это его, она... Это какой-то пакет розовый в пищевой пленке. А, интересно. Слушай, может, здесь что-то нормальное хотя бы? Брат, честно, мне как-то стрёмно. Мне кажется, что там что-то... Ну, пищевая пленка. Нет, знаешь, так с виду... Может, там какой-то вот Биг Мак как раз-таки? Нет, нет, с виду на пистолет похож. Ну, это получается... Глок? Может, это нож, кстати, маленький, типа? Не, слушай, надо... Может, типа, надо, нож вот так? Это юз, смотри, видишь, типа, тут... А, кружитель, да, типа... да, я вижу, 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 вот. Смотри, нет. вот так у нас положен. Понял? А, наверное, да. Сейчас. Брат, честно? Да, помоги, пожалуйста. Все, блин. Да. Давай, этот, одним глазком ты? Давай. Сейчас. Все открыли. Подарок от разработчиков пришел. Да, я не знаю, это что такое вообще? Смотри, можно клеить. Да? Так, Ера. Посмотри там, что там. А там ничего нет. До конца открой. До конца. А, из фольги что-то? Брат, ну это 100 рублей этот. Чё? А, за 100 рублей купили? 99 рублей. Нифига, Аксельболт, ты раскошелись. Магазин Металлик. Металлик? Металлик, да. Что, брат? Брат. Что это? Это не похоже на пистолет. Это, знаешь, это похоже на шоколадного Санту. Знаешь, типа... А, да! Смотри. Ну, типа, ну... Это, типа, с Новым годом? Только он подрастаял, видишь, он немного тут вбок. А может, он сломался просто? Может, он скроет? Не хочешь скрыть? Не, не. Так. Не, ну что, брат, без этой маски... Да пофиг, прям... пофиг. Давай распакуем, ну, что это. Что там Санта? А что это такое тогда? Брат, ну ты распакуешь. А может, там тупо фольга? Знаешь, фольга в фольге? Сейчас. А. Вот это бумага. А. Брат. Брат. Что? Илюш, это не... Яра, это ты? Это не Санта? Это ты подарил мне? Да ты что? Это ты меня разыграть решил? Нет. А кто это? Это был Санта. Твоё, что ли? Они уже начали или нет? Я не понял. Ладно, Илья. Забирай. Ладно, Илья, на самом деле это... Реально тебя подарили Аксель Болт. От всей души. Всем пока. А подарок... Ты не будешь забирать? Пусть забирает. Стендапером надо. Стендапером.